На Дальнем Востоке нарушено движение транспорта, прервано паромное сообщение. Виной всему буран, который не прекращался 8 часов подряд. Снег шел настолько плотно, что местами была нулевая видимость. Непогода привела к многочисленным ДТП. Самая сложная ситуация на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Дорогу замело, застряли десятки фур. В самом Хабаровске автомобилистам помогают спасатели. У многих возникли сложности, так как не все водители успели поменять зимнюю резину на летнюю.